Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Подошла к концу рабочая неделя, и самое время построить планы на выходные. Давайте вместе составим насыщенную и интересную культурную программу. В этнопарке «Дружба народов» открывается зимний сезон, так что всех желающих приглашают на главное сказочное событие этого года – день рождения Деда Мороза. В 12:00 начнут работать творческие мастерские. На них можно будет сделать подарок для дедушки, разукрасить гипсовую фигурку или изготовить восковые свечи. С 2:00 начнется игровая программа с названием «Разбуди Деда Мороза». 3:00 – встреча с любимым зимним волшебником и фотосессия. Зарядиться сказочным настроением можно будет 18 ноября. Не пропустите! Библиотека имени Надежды Крупской приглашает на мероприятие, посвященное нашему земляку, режиссеру Эльдару Рязанову. Вы погрузитесь в мир советского кинематографа, когда каждый кадр был пропитан любовью, юмором и искренностью. В день рождения Эльдара Рязанова вы увидите и услышите, как музыка из фильмов и стихи великого мастера сливаются воедино, образуя свой неповторимый сюжет. Музыкально-поэтический вечер пройдет в субботу, 18 ноября, начало в 18:00. 19 ноября в музее-галерее «Заварка» пройдет чайная церемония «Чайные тайны Великой степи». На ней расскажут о том, что в разных краях степи добавляли в чай, какие с ним были связаны истории и легенды, и почему эти чайные традиции живут до сих пор. Вместе с лектором участники будут готовить и пить разные виды чая, которым жила и наполнялась издревле Великая степь. Согревающее мероприятие пройдет в воскресенье, начало в 18:00. Вечером в воскресенье театр «Самарская площадь» приглашает зрителей на спектакль «Наш городок» по пьесе американского драматурга Торнтона Уайлдера. Действие происходит в провинциальном и ничем не примечательном городке и рассказывает истории нескольких его жителей. В спектакле отражены темы ценности жизни, любви и семьи, и цикличности человечества. Начало в 18:00. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.